Спасибо за лайки, всем привет. Слушаем Лил Морти 2, как бы вы меня просили очень много. Прям, где Лил Морти 2, давай Лил Морти 2, ну где же, как бы, ребят. Сейчас скажу, вот один раз просто, как бы, и поймите это. Когда у нас в пятницу, да, я слушаю только новинки, да, в пятницу. А в остальные дни я слушаю уже остальные песни по вашим просьбам. Ну и все такое, что мне тоже интересно, понимаете? Хотел я его записать завтра, этот альбом, в субботу. Я говорил людям, в субботу будет, но где Лил Морти, где? Ну, давайте сегодня хорошо глянем, без проблем. 11 треков, вроде бы ни одного отсюда. А, один слушали отсюда, это был клип. Чё он не слушали отсюда? Ладно, погнали. Сикос лайк. Первый трек. Нервы от вас, понимаете? Плохо то, что у него на Sony Music этот альбом. Блин, хоть бы его мы не забанили. Блин. Будет обидно, если забанят. Средний трек, то есть он вроде и качает, да, но вроде в тот же момент какого-то определенного эффекта нету, хотя это 2020 год, хотя в принципе недавно, в пятницу, я понял, год назад, в принципе, да. Не знаю, средний трек поставлю 8 из 10, наверное, то есть я его себе не добавлю, но звучит это, так сказать, хорошо, неплохо. Погнали дальше. Fuck y'all, fuck y'all. Fuck y'all, да? Я уже не тот.
Вот этот трек мне больше понравился, чем первый. Он звучит очень мелодичный, очень приятный бит, приятное его исполнение, да? Блин, реально, вот это хороший трек. Вот этот трек я бы себе добавил в плейлист. Мне понравился. Сделан качественно, почему-то у меня такое мнение. То есть, вот этот трек мне больше понравился, чем первый. Не знаю, как у вас, я поставлю 10 из 7. Так, слушаем дальше. Дёрти Тойе. Это получается иностранец, да, какой-то? Не знаю, что там иностранец поет Lil Toya, первый раз я вообще слышу. Ну, он на любителя и такой трек на самом деле, то есть где один человек на английском, другой на русском. Я не знаю, для меня это очень сложно слушать, хотя тот же фит Кизару и Тори Лэнза, да, то есть классно звучит почему-то. А вот тут прям как-то хз. Тоже на любителя, прям очень на любителя. Прям. Ну вот один раз послушать, да, и все. Lil Toya. Я его не фанат и не являюсь, поэтому 80, наверное, поставлю. Погнали. Drag Style Fit Lil Crystal. О, тут Fendi Glock еще есть, прикольно. Будто где я... Будто где-то я услышал этот трек, что-то я не могу вспомнить. Или бит знакомый просто. Что будет? Что ты знаешь, драг? Что?
Lil Crystal. Офигенный куплет у Lil Crystal, он интересно везде звучит, мне кажется. Хороший трек, 10 из 10 поставлю. Но припев тут, конечно, немного не мой припев, то есть не очень, а вот кому-то может нравиться, да. Ну да, в принципе. Ну, в целом, как фит, работает интересно. Погнали дальше, рип. Как-то мимо меня что-то он пролетает. Не знаю, даже нечего сказать, ребят, честно. Я понимаю, это все типа трэп. Тут как бы не особо много смысла, но все же, да. 80 как-то поставлю, что-то не мое. MySBHF Ви на выставку, что это такое, господи. О чем речь, ребят, честно. Misbehave, Vivain, Westwood. Я вообще не врубился в этот трек. Объясните мне в комментариях.
Я вообще хз, что это такое? То есть для меня этот трек просто непонятен никак. Даже я его не буду оценивать, наверное. Погнали дальше, гоу. Ого! Фига, прикольно, да? Хороший трек, длится он недолго, да, но приятный бит, приятная мелодия, классное исполнение в этом треке, 10 из 10 поставлю, мне понравилось. Нравится такое разнообразие, то есть оно есть на альбоме, то есть, но не все треки прям вау-вау, да. Chilling Killing, Яката какой-то, не знаю, первый раз тоже слышу. Уличные дети, постой. Видно все мои семейки, мои джинсы ниже жопы. С братом мы копали банки и то. Listen, сейчас на мне большие деньги. У меня есть много лайса, цель помочь моей family, bro. Вокруг меня большие сделки, метр 73 мой рост, на бабки длиной в километр. Let's go. Я на пути к своим битвам. На пальце 50-50, like sleep. 50-50. Shine, брики. Я тут чили, эй, большой ты чили, коля. По-другому жить не могу, знаю тоже. Буду так много, это мой хлоп. Делаю стильно, это мой звук. И пальцы крутят, я бы на пульсе. Эти парни снова скепят. Уверенный мой успех. Под парками и теперь еще клима. Одна из ней на чифаре. Опять так вам хвалитили. Не так, как всегда не делал. Сука, мне впадло, говорит с вами. Запомни, я сам делаю. Вообще, я не понимаю, что он говорит там, да? Не знаю, мне его голос не нравится. А так, за парт Lil Morty лайк определенно, 9 из 10 ставлю, хороший трек. Ну как хороший трек, вот не было тут этого Яката, да, так трек атмосферный, да, какая-то энергетика своя есть, определенно присутствует. Как-то так, слушаем дальше. Но стилист. Но стилист. Опять такая атмосфера. Ой, 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 Я так ярко сияю, шагнул
нахуй, Крис. Стилист. А, в принципе, он тут говорит в своих моментах, да, в жизни, типа, кем я был и кем я стал лучше, да. А, там, то, что у него отца не было, да, что-то такое он говорил, типа. Ну, в целом, атмосферный тоже трек, приятный. Прям, ну, если не лучше с этого альбома, ну, стилист, да, вот я пока могу выделить прям, ну, явные такие. Но стилист на первом месте у меня будет. Потом, наверное, Dragstyle, потом Go, потом Fuck Yale. Ну и как-то так. Пока что такие у меня фавориты. Ладно, последний трек слушаем с Фенди Глоком. Но стилист 10 поставлю. Интересно, что он сделал с Фенди Глоком? От Фенди Глока, кстати, два альбома слушали. Экстази, Фенди Глок, Фенди Глок. Классный чувак. Большая семья нас не одолеть, когда мы на споте что-то там. Неси с 11 лет мой скейтборд. Ну да, уже скейтер, скейтер. Чувствую себя собой, когда включу под ногой до конца я скейтборд. Через падение и боски по полу покажу вам счастлив, когда мы гейм со мной. Также классно сюда вписался все-таки Фенди Глок, да. Для меня это лучший фит с альбома, я считаю, это Фенди Глок или Лил Кристал. Но на первом месте вот это вот Фенди Глок, вот это прям классно вписался сюда. Прям, ну, молодец. Реально. Фенди Глок классно звучит. Классно сделали с Лил Морти. Им бы еще песни писать. А не помню, вроде был Лил Морти, Фенди Глока фит, да? На альбоме Фенди Глок. В целом, что хочу сказать, альбом средний. Реально, средний альбом, то есть, раз трек мне понравился, раз, два,
3, 4, 5, 6. 6 из 11. Ну да, 6 из 11 мне трек понравилось. Как-то так, я не знаю, ребят. Но в целом я рад, что послушал этот альбом. Пишите свое мнение, какие любимые песни с этого альбома. И пишите, что еще глянут этот Lil Morty. И опять же, 50 лайков. Слушаем дальше. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, комментарий. Подпишитесь на канал. Всем пока.